Вы на канале Софи Элис Лайф. И сегодня мы будем открывать посылку. Да. Ну не простую посылку, а вот такую огромную гигантскую посылку, которая пришла нам сегодня утром от Розочки. Представляете? Да. От Розочки из троллей. Мы открыли дверь, а там лежит посылка. Да. Вот такая огромезная. Что, будем открывать? Да. Давайте сейчас мы откроем, посмотрим, что нам Розочка прислала подарок на Новый год. Интересно даже, да, Софи? Сейчас мы ее откроем. И цвета она еще принес. Цвета он еще принес, да, ты думаешь? Да. Я думаю, что они все там тебе что-то передали, каждый из троллей что-то тебе передал. А? Так, ну что, давай, я открою, а ты... Так, где тут? А ты сама уже будешь доставать. Ой. Так, открыли посылку. Ну-ка, доставай по одной вещи, что там есть у нас. Ух ты. Так, первый подарочек, который был в посылке, вот такая классная Поппи. Розочка. Открываем или следующее достаем? Открываем. Открываем, давайте, открываем. Это что-то невероятное, целая посылка от троллей. Ой, какая классная, слушайте, сейчас Софи быстренько покажу всем. Ой, какая она классная, смотрите. А можно мне? Она такая резиновая, суперская, у нее прическа. Ой, классно, посмотрите. Да, она резиновая, видишь, потому что это стерка. Дай мама посмотрит. Ой, это просто супер, давай следующий подарок. Ну, конечно, Розочка классная попалась. О, вот это да! Следующий подарок, сюрприз, это набор для девочек. Я так понимаю, что это два блеска для губ разных. С Розочкой и с Даймондом, с алмазом. И вот такая сумочка для их хранения. Открываем? Давай! О, ничего себе, это же просто супер! Ну, тебе повезло, конечно, да? Новый год, такие подарки от троллей. Посмотри, какой блеск для губ классный. Да. Супер, ну-ка посмотри. Так, а это хочу. Что такое? Это зубная паста. Это вот такой купер, как украшение лежал там. Зубная паста? Нет, это блеск для губ. О, какая клевая сумочка. Сейчас София, мамочка покажет и сразу тебе отдаст. Посмотрите. Вот это супер. Смотри, кися там. Смотри, посмотри, еще. Какая сумочка. Это еще кто-то. О, так, следующий подарок, сюрприз, который был в коробке, это цветан. Открываем цветана? Да. Ой, суперский какой цветан. Он такой хороший, он же не девочка. Он не девочка, да, он мальчик. Так, да. Тут идет цветана. Вот такой красочный такой постер. Что здесь написано? Здесь написано, что можно очень-очень много игрушечек вот таких классных найти в наборе с троллями. Так, а у Светана у нас здесь что? Здесь у нас сам Светан. Ой, какой классный Светан. Сейчас, София, покажу быстренько, я тебе сразу дам. Вот какой классный Светан. И в наборе у него еще клетка вот такая. И вот такой классный светлячок. Посмотрите, какой классненький маленький светлячок. Здоровский. Давай в клетку его посадим вот так вот. Давай. Это не клетка, это фонарик. Фонарик. Давай Цветану дадим в ручку. Давай. В ручку фонарик. Цветана, давай. Да. Вот он так, видимо, держит этот фонарик. Классный Цветан. Давай, Свети, что там следующее еще? Коробочку уберем. Еще. Это? Что же это такое? О, это целая коробка вкусных мармеладных снеков. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там такое внутри. Конфетки, да? Да, вот таких вот много-много упаковочек. Они все одинаковые. Вот такие конфетки мармеладные. Так, а Софи уже следующее достает. Давай, что там? О, это же Купер попался! Давайте откроем его. Это тоже стерка. Слушайте, такой классный. Резиновый, суперский. Такая детализация. Волосики, шапочка. У него ножки. Класс.
Ну-ка посмотри Купера. Он тоже резиновый. Тоже резиновый. Классно, да? Кто у нас уже есть? Розочка, Купер, да? Доставай следующий. Кто это? Это же Guy Diamond. Это же алмазик. Тоже стерка. Ну-ка давайте посмотрим. Откроем Guy Diamond. Да. А это его. Тоже суперский. Классная детализация. Покрашен хорошо. Волосики у него настоящие. Вот. Очко, они пошли гулять. Суперский. Смотри, еще у тебя да. Guy Diamond, да? Да. Ух ты! Это же диджей звуки там попалось, да? Открываем диджей звуки? Да. Слушайте, у него даже микрофон тут есть. Здорово. Ой, какая классная! У него такая прическа здоровская. У него такие здоровские наушники. Посмотрите, какая. Подожди, сейчас София покажу. Посмотрите, какая классная. У нее еще поворачивается голова, прическа и наушники. Вот она носит. Супер. На, Софи, смотри. Да, спасибо. Классная, да? Ой, у нее еще в наборе вот такая расчесочка маленькая. Супер. Вот такая расчесочка даже у нее классная в наборе. Что там еще есть? Давай. Блеск для губ какой классный. Ну-ка, можно открыть, понюхать его. Еще. Вкусно пахнет. Что это такое? Ух ты! Это браслетики на ручку. Ну-ка, давай посмотрим. Ну-ка, давай. Мало того, что это браслетики, это еще и с этой стороны линеечка. Видите, с этой стороны линеечка, а так браслетик. Он так раз сворачивается, получается браслет. Софочка, давай ручку свою. Вот так. Опа! Красота! И второй браслетик вот такой красочный. Это с цветаном, да. А ну покажи нам ручки свои красивые. Здорово, здорово. Сколько нам Розочка подарков прислала? Это просто какой-то, я не знаю, что это. Доставай, что там еще? Что-то большое, да? Ого-го-го-го. Это набор джело. Это желейных делать троллей. Представляешь? Можно сделать разноцветных троллей из желе. Здесь игра, кроссворд. Все, надо следующее видео снять, сделать троллей желейных, да? Давай. Давай, следующее, доставай, что там? Давай. Что-то еще есть там от Розочки? Чего себе Розочка нам понадарила тут подарков? Класс, мне кажется, это брелок, да. Это суперский брелок. Я думаю, что можно его, этот брелок... На какой-нибудь подцепить рюкзачок или сумочку. Посмотрите, какой классный. Или на рюкзак можно. Софи, смотри, как классно, да? Да. Брелочек суперский такой. Обалдеть. Ну давай, что там дальше? Доставай. Там еще не закончились подарки? Ух ты! Мне кажется, это конфеты. Смотрите. Это конфеты? Это конфеты от троллей новогодние. Открываем? Давай. Давайте откроем, посмотрим, что это за конфеты такие. А вот это сумочка. Купер пошел в сумочку посидеть. А он уже хочет оставаться. Так, а вот здесь такие вот классные кислые червячки от троллей. Пробуем? Пробуй. На, пробуй. Давай. Наверное, очень кисленький. А я зелененького вот такого попробую. Кисленький. Ну давай дальше доставай. Давай, доставаю. Ух ты! Посмотрите, какие классные конфеты. Я не видела никогда. По мини-жвачки. Мини-жвачки? Не знаю, сейчас посмотрим. Да, мы там запакованы. Ух ты! Посмотрите, какие тут классные цветы разноцветные. Открываем? Да. Здесь даже цветочки. Здесь. Даже цветочки. Ну-ка пробуй. Да. Что себе? Такой ящичек с изображением алмазика. Вкусненько? Ну давай, мама,
в сторону берет, а ты доставай следующий подарок. Какой цветочек. Там еще есть что-то? Что там такое, что-то большое? Ух ты! Посмотрите, это же адвент-календарь. Боже мой, какой большой, классный. Здорово! Открываем, Соф? Да. А так думаю, что там будут конфетки какие-то шоколадные. Огромный адвент-календарь с ролями. В каждом отсеке под определенной цифрой, я думаю, что какая-то конфетка. И вот сколько осталось времени до Нового года. Можно это открывать отсеки и таким образом считать, сколько осталось времени до Нового года. Софи, давай, какой откроем? Под какой цифрой? Вот этот. Вот этот откроем? Ну, давай. Так, конфетка. Вот такая конфетка. Будешь пробовать? Нет, она кислая. Нет, она шоколадная. Давай, какой еще отсек откроем? Давай, вот этот вот. Давай. Или вот этот вот. Смотри, а тут картинка. Давай покажем. Бери шоколадную конфетку. В каждом отсеке, помимо шоколадной конфетки, еще вот такие вот картинки, я думаю, которые можно раскрашивать. Жалко так. Жалко все открывать сразу. Ну. Здесь близнецы, например. Вот опять конфетка здесь. Ладно, давай следующее, что там? Открывай. Что там еще есть? Ух ты! Это с троллями. Опять же, кисленькие. Кисленькие кубики. Смотри, какие. Открываем кисленькие кубики? Да, это зеленые. Зеленые, да. Вот такие вот здесь кисленькие кубики. Ну-ка, пробуй, Софи. Ой. Вкусно. И там внутри начинка еще. Ничего себе. Ой, я вообще не хочу. Не хочешь? Да. Давай следующий оттуда открывай. Давай. Что там еще что-то осталось? Еще конфетки с троллями. На этот раз розочка. Смотрите, какая красочная коробка, классная. Открываем? Да. Так, открываем. Жалко даже розочку. Тут такие же вот, как были алмазика, такие же конфетки в виде цветочка. Здорово. Ну, последний. Ох, ничего там нет. Я буду вот этих пробовать. Давай. Последние конфетки. Это тоже кислые осьминожки. Здорово. В общем, вы видите, сколько всего, сколько подарков нам передала Роза. Всем пока-пока. Вы были на канале Софи Элис Лайф. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, любви и удачи во всем. Пока!